Thank you.
наука. Да. Вот так добывают так, нефть. Да. Из-под земли. А купаться в ней будешь? Я нет. Это отправим в это как в Москву. Отправим квадрокоптер, марсоход, прилетит, пробурит. Ой, ладно, марсоход. Значит, марсоход. Гагарин, он полетел еще в 60-х годах, не очень-то мы Марс пока колонизировали. Ну, прости, да, у меня. Все, на iPhone новый себе. А как бы не было крутая техника, все равно требуется человек. Здесь вот бухта Роджера, где стоит полярка, где стояли поселки два, и вот сейчас там вояки стоят. Мы вот когда выскочили отсюда, пришли в сомнительную. Ну там какой-то домик стоит, никого нет. Подошли к домику. Вы тоже засомневались, да? Нет, мы уже не сомневались, там сидела девочка с Питера, а зоолог, она изучала моржи. Одна. У нее длинная палка, дом. Все окна вот в таких вот гвоздях, в шипах, двери все. Вот сейчас потом покажу, чтобы медведь не залез. И одна вот, а моржи все ушли, лед отогнала. И ей делать нечего. Ну, в общем, вот начало, сейчас буду дальше показывать, как это все шло. Где у меня тут это двигаться дальше-то?
Давай себе подальше. Дай мне, Коль. Дай мне. Гуляй.